16 апреля комиссия по приемке городского пляжа к купальному сезону провела первый осмотр территории. В работе комиссии участвовали представители Комитета по городскому хозяйству, коммунальных служб и благоустройства, медсанчасти, Управления по чрезвычайным ситуациям и специалисты компании ЭЛС. После зимнего периода пляж имеет довольно плачевный вид. Для того, чтобы привести территорию в соответствии с санитарными нормами, нужно всем организациям выполнить большой объем работ. Очистить от мусора, заменить песок на пляже и спортивной площадке, отремонтировать и покрасить раздевалки, кабины для переодевания, солнцезащитные тенты и мусорки, оборудовать места для курения, восстановить питьевой фонтанчик. Следующий у нас сбор 23 мая предварительный с подведением итогов и мероприятий, которые выполнены по пляжу, ну и с 1 июня открытие городского пляжа для купального сезона. По состоянию территории в настоящее время можно сделать вывод, что пляж и в зимнее время пользуется популярностью. Свалки мусора свидетельствуют о частом посещении любителей напитков и чипсов. Вывернутые указательные знаки показывают, что посетители сохраняют физическую силу, а выбитые лампы на высоких столбах – о небывалой меткости десногорцев. А призывы о соблюдении чистоты и порядка так и остаются безмолвными.